Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Сегодня покажу, как сделать угловые полочки абсолютно без шаблонов и с помощью циркуля. Для фрезера вот такие вот полочки, две полочки в баню. Вот. И вот эта вот полочка радиус, как правило, делается шаблон и обкатывается. Сами полочки я не буду показывать, эти бока как делать. В принципе, тут ничего такого нету. То есть шаблон, лобзик и погнали. Вот. А полочки здесь уже как бы шаблон делать нету смысла. Покажу, как их нарезать и как сделать радиус. Берем заготовку, какой надо ширины, и пилим на торцовке. Если торцовка не берет, то можно нарисовать и по шине сделать. Но по моим задачам все нормально. Неизбежно останутся вот такие вот остатки. Они нам пригодятся. Их выбрасывать не надо. Ну, один, по крайней мере, точно. Потом переворачиваю просто. И на нулевом вкладыше выставляю по вот этому углу. Вот таким образом. И отрезаю уже треугольник. И таким образом одинаковых три штуки треугольника вышло. То есть это экономия заготовки. Ну, сейчас пойдем их обработаем. Сделаем здесь радиус для полочки. После того, как все порезалось, вот с этих вот остатков, что я говорил, нам пригодятся, вырезаем вот такие вот две для выхода. Подопрем заготовку. А это, чтобы сделать циркуль и была одна толщина. На уровне заготовок. Ну и теперь надо собрать циркуль. Абсолютно без разницы, где собираем циркуль. Либо вот такой, через копировальную втулку, либо простой циркуль крепим. Это разницы не имеет. Подкладываем бабушку эту. Вот так вот. И закрепляем. Все, циркуль готов. Теперь берем заготовку и подкладываем под циркуль. Примерно вот здесь есть риски. То есть вот здесь вот это будет фреза стоять. И здесь есть риски, где надо нам разметить края, то есть чтобы выставить заготовку по центру. Но если надо по центру, а если надо здесь больше, так вот под углом, угол как-то увести, сменить радиус, то просто-напросто заготовкой вот так вот варьируем и оставляем, где радиус больше, где меньше надо. Вот так вот. Ну, я имею в виду сторона вот эта. Вот. И примерно выставляем, где у нас будет фреза. Вот так вот ходить. Вот. Примерно, не обязательно точно. Потом берем два вот таких вот упора и подпираем заготовку. Подпираем сначала по одному саморезу. То есть на одном саморезе мы выставим как надо. А потом уже продублируем вторым саморезом. Вот так вот это примерно будет выглядеть. То есть, если мы сейчас будем заготовку смещать, то видите, и упорчик тоже смещается, а этот его догоняет. Теперь берем угольник
И проверяем, куда у нас приходит циркуль. Карандашик, то есть здесь отмечаем и здесь отмечаем. И смотрим разницу. Здесь 3,5 сантиметра, а здесь у нас тоже 3,5 сантиметра. Даже на глаз попал. То есть, если разница идет вот в этих остатках, просто-напросто вот сейчас подвинул заготовку, эти раз тоже подвинул, а потом уже контроль. Таким образом выставим центр и все заготовки просто будем менять и все. Теперь закрепляем. Все. Сколько бы мы ни ставили, у нас всегда будет центр и всегда будет одинаковый размер. Вот. Теперь подпираем вот эти места вот таким вот образом, чтобы заготовка на выходе ее и не рвала, и фрезеру. И фрезеру было легче. Вот. И теперь этот подпираем. Струбцинка оказалась не в том месте. Вот таким вот образом. Подпираем второй. Теперь заготовка у нас будет вот здесь вот проходить фреза по заготовке. То есть вот здесь можно просверлить и зафиксировать на саморезы. Сейчас я просверлю и продолжим дальше. Сбрасываем фрезер с фрезой за заготовку и настраиваем глубину до основы. Вот. После того, как настроилось, крепим заготовку вот так вот саморезами, два штуки. Все, готово. И таким образом хоть 100 штук можно обработать. Только меняя заготовку. Сейчас мы это все и сделаем. Проходить лучше в одну сторону, то есть как фреза берет, чтобы обратки не было, чтобы ничего не кидало, а спокойно. Один в холостую, потом по фрезе. Один в холостую, потом по фрезе. И погнали. Вот и все готово. Ну, я тут маленько не дорезал, чтобы это, чтобы ничего не скакануло. То есть радиус может быть любой. Вот эти углы, которые остались в сторону, закладываем вторую вот таким образом. И опять крепим. Вот и все, три раза провели, и радиус готов. То есть, а шаблоны, вот эти все мублоны, это все долго. Убираем опять все это хозяйство. Закладываем третью.
Вот и все. Три полочки готовы. Абсолютно одинаковые. С одинаковым радиусом. Вот. Фрезу я отрезал 8 миллиметров. И в результате получаются угловые полочки. Вот такого плана. Ну, форма может быть любая, естественно. Ну, а на этом все. Всем удачи. До встречи.